Сагдет-Таджикистан ограничит сообщение между городами, районами области. Решение об этом принято на консультативном совещании по противодействию коронавирусу, которое провел 11 мая глава области Раджабы Ахмадзода. На совещании было подчеркнуто, что в области необходимо усилить меры профилактических действий среди населения. Было принято решение ограничить движение транспорта и людей между городами и районами Согда, разрешить передвижение только в случае крайней необходимости, сообщает пресс-служба главы области. Отмечается, что очень много людей посещают точки общественного питания. Группами ходят в гости друг к другу. Во всех городах и районах области много людей при нахождении на улице, в магазинах, на рынках не носят медицинские маски, не соблюдают социальную дистанцию. По состоянию на вечер 11 мая число зараженных в Таджикистане составляет 661 человек. Скончались 21 человек.